Народ побежит. Здорово, 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 здорово. Здорово, друзья, здорово. Сейчас будем разыгрывать, разыгрывать. Сейчас будем, скоро. Так. Разыгрывать будем мы в моей прекрасной группе. Совместно с iFixit'ом. Будем разыгрывать айфончик. Айфончик. Так. Ну что? Где зрители? Где зрители? Тан-т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 ан. А кто-то еще рассказывает. Так, ну ладно, друзья, что? Начнем разыгрывать. Сначала разыграем SportPit. Да, это телефон мы уже разыграли. SportPit я забыл тут разыграть. Скопируем в прошлое этот самый. Я, короче, косяк и забыл разыграть. Так, где случайно победитель. Вводим. Дашенька нажимает у нас. Напоминаю, что фейковые страницы с, не со своими фотографиями у нас не выигрывают. Такие фейковые всякие для репостов страницы не выигрывают. Так, победитель у нас один, который выигрывает SportPit. Так, и Дашенька сейчас будет моя нажимать. Ну, чего ты ноги-то показываешь? Ну, ладно, давай. Ну, давай, где? Давай, давай. Сюда? Вот. Сейчас а сюда, ты... и вот давай, дыркой. Так. Так. Ать? Нет, ать? Сильнее, сильнее. А, ать. Так, Максим Шаклейн у нас выигрывает протеин из Кирово-Чепецка. Знакомый городок. Так. Надо было вступить в нашу группу. Сейчас посмотрим, вступил он в нашу группу или нет. Если нет, то будем искать нового победителя. Такое у нас уже было. Походу, что нет. Миром. Так, новый победитель мы искаем. Ищем. Максим, дружище, извини, смотри видео. Что на самом деле ты зря не сделал репост. Даша красивая, милая. Даша красивая, милая девушка, береги ее, дядька. Спасибо. Спасибо. Ладно, давай по новой скопируем. Угу. Макс, если смотришь, извиняй. Так. Так, так, так. Вот ему не фартануло, да. SportPit разыгрываем. SportPit, один победитель. В том числе я разыгрываюсь. Дашенька, давай, жми. Давай. Оп, и выигрывает у нас Рома Юркин. Так, Рома Юркин. Кто это у нас? Рома Юркин из Москвы, парниша. Постит тут всякого гусева. Хочет, наверное, выиграть. Конкурс репостов, репостов, репостов. Они репосты делают. Ну, вроде фотка своя. Но качается, в Алексе занимается. Так. В группе в моей состоит. Так что напишем ему. Привет.
Ты выиграл. Ты выиграл спортпит. Так, ну и сейчас будет самое интересное. Айфончик разыгрываем 6. Айфончик 6. Надо, да, в закладки добавить его. Ну, не зря он делал репосты. Репосты, 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 репосты. Вот и наш репост Дашенькой тут. Молодец. Поздравляем. Представляешь, если бы он на второй перископ попал, то он бы выиграл айфончик. Если бы, да, на второй перископ попал, выиграл бы айфончик. Хотя вряд ли там другие победители. Так, теперь что нам надо? Теперь мы разыгрываем айфончик. Айфончик мы разыгрываем из группы iFixit. Так, 1600 репостов, на самом деле, очень мало для айфончика. Друзья, 1600 очень мало, так что шансы, только приз хороший. Обычно. Еще будут. Да, еще у iFixit'а будет всевозможные розыгрыши, в моей группе будут розыгрыши, так что, вот, кстати, я с Дашенькой тут. Вот, так, случайный победитель. Выбираем айфончик. Айфончик сейчас будет разыгрываться. Вот. 1648 людей. Айфончик вот где-то. А вон айфончик, кстати, лежит. Вот айфончик. Вот этот айфончик будет разыгрываться. Ты наши шмотки показываешь, Сережа. Ну, ничего страшного. Так, ну ладно. 1626 победителей. Так, сейчас Дашенька будет нажимать. Все готовы? Так, сейчас определить. Один. Так, все готовы? А? Что, друзья? Да. Та-та-та-та-та, барабанная дробь, айфончик уходит у нас. Фейковые страницы в участии не принимает. И... Та-дам! Так, кто это, что это за парниша? Дмитрий Геннадьев. Ну и фотка у него, блин. Надеюсь, это его фотка. Из Ульяновска у нас парниша. Фоточка есть. Репост есть. Так. Ульяновск. Репост одни делает. Ну вот, доделся он на репост. Повезло ему. Походу, да, Дашенька? Да. Вроде страница не фейковая. А, давай поссорим. В группе ли он стоит? Так, подпишись в группу, сделай репост. Вот. Давайте поглядим. Может быть, мы сейчас будем искать нового. Ну, я думаю, если он делает репост, значит, подписывается. Блин, сколько надо его? Не, походу, что нет. Ну-ка, чувак, что, кинулся на айфончик? Да ладно. Во, блин, дает. Дружище Геннадий, ну ты вообще, блин, лоханулся. Ну, как обидно. Ну ты лох. Айфончик ты не получаешь. Ну ладно, ты так сильно его не ругай, чего он просто запутался. Да он просто много-много репостов делает. Так, ладно, давайте по новой. Давайте, друзья, по новой. Фиксит, получить участников. Слушай, смотри, да, у меня какая-то рука странная. Второй раз, что ты третий. Угу. Так, один победитель у нас. Определить. Так. Юрий... Ой, это я уже, да, нажал? Да. Ну, блин. Ну что, будем считать это? Будем, конечно, раз уж так. Ну ладно. Ну ты даешь, Сережа, ну какой ты. Че, да что-то я это сам. Что-то я, короче, сам лоханулся. Ну да, да, считается, считайте. Так, ладно. Из Крымска парень. Фотка своя, вроде бы одна фотка, правда. Одни репосты. Плюс. Поставил плюс. iFixit.
это тут не зафиксили. Блин, может быть, на самом деле надо в группе посмотреть. Может, он... Как он? Юрий Ковалев. Может, это я просто лох. Слушай, ну тогда там у парня придется тоже смотреть. Ну, сейчас посмотрим того парня. Если тот парень есть. О, этот есть. Ну-ка, тот парень. Может быть, тот парень выиграл у нас. Мой друг, представляешь? Оп. Ой. А я тут все. Ты ссылку нажал, да. Мне так. Даже интересно, что сейчас будет. О. Так. Стоим. Оп. Ничего себе, блин. Так что Дмитрий Геннадьевич, это Дашенька выбрала, выиграла. Дмитрий Геннадьевич, видишь, как все круто. Mm-hmm. Ты молодец. А перед тем, что, может быть, ему утешительный какой-нибудь приз дадим, раз уж так. Юрий? Твой косяк, твой же косяк, Сереж. Мой косяк. Ну давай, Юрий. Юрий, давай какой-нибудь Юрий. Спортивный спорт, приз. Давай. Протеинчик ему отошлем. Что, Юрий Ковалев, раз у нас Сережа сегодня устал, да? Mm-hmm. Утешительный приз. Напиши ему утешительный приз. Скажи, я напиши, я косяк. Так. Сережа. Так, парни, сейчас напишем. Ты выиграл айфон. Это ты пишешь, тупой качок. Тупой качок пишется через О. Так. Ты выиграл айфон. Отсылаем. Так, друзья, ну что, все, розыгрыш провели, да. Так что участвуйте в новых конкурсах. Группа iFixit, это ремонт телефонов в этом самом Москве, в Питере еще. Как его, в Питере еще. Дядя Сережа думает открывать, но ему на самом деле никто не пишет из мастеров. Вот. Будут еще призы. У меня в новостях каждый раз набор спортпита разыгрывается. Плюс дополнительно, если какие-то спонсоры мне что-то придают, я вам разыгрываю тоже. Genetic Club у нас. Спортивное питание. Мы разыгрываем. И разыгрываем вот айфон, айфончик разыгрывали до этого, DeX телефон, смартфон там 8-ядерный разыгрывали. И все. Все, поехали, пошли есть запеканочку от Grow Food. И реклама закончилась. Кто хочет доставку еды, указывайте мою, это самое, дядя Сереж, говорите. Будет вам скидка. Всем мир, давайте хорошего настроения, выйдем еще как-нибудь в перископчик, когда уже побри бороду, наверное. Все. Ладно, Даша не хочет показываться. Пока. Давай ручкой помаши.